То правление что отменяли или что? Ну, или да, их? да. Наверное, если честно, я думаю, что, конечно, надо заниматься своим делом. Абсолютно точно. И не лезть никуда. И есть примеры. Например, писательница Виктория Токарева, которая супер писательница в нашей стране, и любимой маминой, и вообще она там культовая, я бы так сказал, фигура в современной русской там прозе. Она не лезет ведь туда-сюда, а вот эти вот вещи, которые я даже не смотрю, когда я вижу Лия Ахеджаков, гениальная актриса, и когда я вижу что-то касаемо политики, я даже, честно говоря, не включаю. Неинтересно почему-то мне, я не знаю почему. Вот, поэтому я думаю, что надо заниматься своим делом. Я бы, наверное, не стал бы. Что я этого не делаю. Ну, меня, наверное, не спрашивают, хотя вот спрашивают. Есть профессия, как это, политолог или как это называется. Есть профессия певец или певица, есть актриса. А когда вот начинается вот это вот какое-то масло масляное, не знаю. И там я скажу, и тут я скажу, и там я прав, и тут я прав буду. И вот в итоге получается, что вот они, как показывает жизнь, немножечко, может быть, и не нужно. Я не знаю, мне пока не так лет, как вот этим людям. Я, понимаешь, я не могу даже ответить точно. Но я бы за себя ответил, я бы не стал. Мне кажется, что я уже третий раз говорю, что я бы своим делом надо заниматься. Если спрашивают, тогда да, вот эти вот специальные интервью, ощущение, что вызывать оператора, вот я сейчас выскажу позицию свою. А второй, что ты меня там вывел на второй, что ты начал мне? А второй, это, ну вот, лишение, да, их площадок там и дальше. Ну, а что про это говорить? Мне, не могу сказать. Это закономерность, то есть так оно и предполагалось, что так и будет, или это тоже плохое проявление, или это нормально? Я посмотрел любимейшую артистку Земфиру, я посмотрел вот этот эпизод с флагом, я не понял вообще ничего. И потом я посмотрел Шнур. Он же что сказал? Он сказал, ну, что извините, это не флаг моей страны, как-то так там. Ну, очень дипломатично и аккуратно. И мне понравилось очень, как он это сделал. Вот все, что я могу сказать. А не знаю, лишение выступления, опять же, это все так, надо туда лезть, говорить об этом, думать, столько слов говорить надо. Надо лишать, не надо лишать, я не знаю, вот. Не могу ничего сказать. Как можно сказать?